Добрый день. Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, пить или не пить воду в тренажерном зале при занятиях спортом. Пить или не пить воду во время физических нагрузок – вопрос очень спорный. Мнения отличаются кардинально. Тренер чаще говорит – надо пить воду, а врач-кардиолог активно против. Решать в любом случае вам. Все зависит от того, какую цель вы для себя ставите. Иметь возможность выполнять активные физические нагрузки и далее, либо один раз в жизни достичь поставленной цели и получить прекрасный шанс стать инвалидом. Оба мнения, пить или не пить воду во время занятий спортом, достаточно распространены. Спортсмены по совету тренера часто стремятся выполнить эту достаточно непростую рекомендацию. И продолжая физическую нагрузку питьем воды, увеличивают объем крови, отчего быстрее попадают на прием к кардиологу с диагнозом «спортивное сердце». И уже врач-кардиолог объяснит спортсмену его ошибку, исправить которую, к сожалению, невозможно. О чем говорит появившееся у спортсмена чувство жажды? Что выполненная им сегодня физическая нагрузка оказалась чрезмерной по сравнению с его уровнем подготовки. Что нужно делать, чтобы чувство жажды появлялось позже? Больше уделять внимание восстановлению организма после физических нагрузок, а также употреблению жидкостей перед физическими нагрузками, коррекции режима рациона питания, питьевого режима в соответствии с графиком и интенсивностью тренировок. Когда можно пить воду, если при занятиях спортом появилось чувство жажды? Вначале необходимо постепенно снизить темп физической нагрузки и перейти в состояние отдыха. И только когда частота пульса, дыхание, уровень артериального давления вернутся к исходным показателям, можно удовлетворить чувство жажды. Примерно так поступает конюх с разгоряченной после бега лошадью. Вначале отдых или затем питье. Теперь вы получили больше информации, пить или не пить воду при занятиях спортом и как правильно пить воду в связи с физическими нагрузками, чтобы получить необходимый вам результат. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.